Спою две сказки. Первая сказка моя, про Нарнию. Вот, там есть цитаты, музыкальные цитаты из фильма в конце. Вот, а про вторую потом скажу. Мне зима бесконечный белый букет Рождества приготовила с белой травою и веточкой ели. Я любуюсь в окошко, в ответ подбираю слова и смотрю, как танцуют большой снежный танец метели. Снегопаду все можно, он надстроил дома на этаж. Он засыпал весь мир, мир пушистый, замерзший, сверкает. Мир звенящий, серебряный слиток, он больше не наш. Леденец кузни белой колдуньи, она уезжает. Застывают, как мрамор, большие дома. На глазах окна гаснут, и только фонарь все горит, это славно. Как в потьмах разобраться в козлиных ночных голосах, ну а так сразу видно, конечно же, пьяные фавны. Ветер дунул сильнее, начинается снежный отлив. На сегодня довольно чудесного больше не надо. Ведь единственный шкаф, куда можно залезть, это лифт. Он меня унесет на мороз к фонарю, к снегопаду. Сказка, дремлющий свиток, улитка, крученый наряд, завиток из придуманных добрых и мудрых историй. Целый мир можно выдумать, в общем-то, от фонаря. Он потом развернется до самого синего моря и до вершин, и до желтых песков ввысь и вглубь, сколько тайн и чудес соберется рассказ не закончить. Под звездой Рождества добрый лев пробивает к нам путь. Через снежный бархан снова Нарния. Всем доброй ночи. Вот, а вторая, слова, если я ничего не путаю, то Евгения Рыжова, Елена Рыжова, вот, а музыка, там очень интересная история. Есть такой замечательный орфист Элисбар, вот, вот. И как-то он сказал, что ему прислали очень интересные стихи. Вот как раз Елена Рыжова ему прислала стихи, которые называются «Странная сказка». Вот. И он сказал, что стихи очень красивые, но очень длинные. И вот как бы я их спела, чтобы вот тема, которая у него была в голове, гармония, прозвучала так, чтобы, ну, так, чтобы это было не скучно. Тема была такая. Вот. И вот то, что получилось, я сыграла то, что мне на самом деле долго думала, потому что хотелось придумать очень интересную аранжировку. Ну, понравилось. И вот мне очень хочется спеть вот этот вариант. Вот, потому что, ну, правда, вот стихи – замечательная сказка. И тема гармонии, которую задал Элисбар, она тоже интересна. Дороги вели в кривь и в кось в никуда, пути заплетались. Единственный раз отворились врата на самую малость.
И ветер в замочную скважину дул, играл сквозняками. И флюгер на крыше крылами взмахнул, и ожили камни. Куражились птицы, кружась у крыльца, кота карауля. Рассказывать начали сказку с конца, не вспомнить какую. Песочные тикали громко часы, незваные гости съезжали с села, ели гончие псы и нюхали воздух. Достаточно было вполне зеркально размножить. Вот чинно уселись они за столом, все как подобает. Из кубков серебряных пили вино, себя забывая. И люстры подвесками всеми звеня жужжали, как ульи. В камине беспечная фея огня плясала на углях. Изысканный флейта творила мотив, и арфа вздыхала. И музыка в тайны свои посвятив, в сердцах утихала. Но судя по узору, устали плести безмолвные гномы. Нам все же когда-то придется уйти из этого дома. Простимся намеренно скупо, легко, чтоб слезы не тратить. И фея тумана прольет молоко на белую скатерть. Да, сейчас. Ну ладно, тогда все-таки спою про нее, потому что, ну, может, я здесь и пела, конечно, последний раз, но это было так давно. Замечательный человек, вдова генерала 12-го года, про которую мало кто знает, Маргарита Тычкова. Это была очень прекрасная, необычная история любви. Вот, и она, и генерал Тычков IV, тот самый красавец с стихотворением Марины Цветаевой, были так связаны, что когда только началась кампания войны с Наполеоном, Маргарите приснился сон, что он будет убит в Бородино, и он ее утешал от того, что успокойся, такого города в Италии нет, потому что война тогда шла за границей, и они решили, что Бородино – это, наверное, какой-то город в Италии, вот, а поскольку война не там, что просто кошмар и больше ничего. Вот, и она основала после гибели мужа любимого Бородинский монастырь. Ах, было время мирной старины, французских шуток и учителей, и было счастье, было до войны, а с той войны минуло 200 лет, ушли знамена с тех полей давно, изгладился войны горячий след, ей снилось, он погиб в Бородино,
он утешал: такого места нет. Но едким дымом белый свет пропах, приблизился час битвы роковой. Ах, маленький мерзавец Бонапарт с большою треугольной головой. И почему огромная любовь любимого не может защитить? Повержен смертью, может быть, любой, а небо так загадочно молчит. Когда уже венок колючий свит, и над тобой склоняется Христос, явиться могут храмы на крови и пелены из слез, звенящие от рыданий темный склеп убогого солдатика костыль и черный пряный бородинский хлеб и красный бородинский монастырь.